Привет, я Даша, мне пришла посылка. Акукарача, акукарача, да-да-да-да-да-да-да-да. Будем смотреть. К сожалению, упаковка прозрачная, поэтому мне все видно. Никакой интриги. Заказала я ряд скрашивателей. Они даже их отдельно упаковали. Ну, в общем, не буду вынимать, потому что меня простите. Он такой вот фиолетовый. Ой, желтенький. Значит, синенький. Вот еще один желтенький. И красненький. И тут видно, сейчас достану. Пришел мне вот такой вот карандашик. Вообще, вся канцелярия, которая мне сегодня пришла, она мне нужна для родословной. Мне постоянно нужно что-то подчеркивать, вычеркивать, стрелочками рисовать, указывать на какие-то очевидности, и мне нужен был цветной карандаш. Я подумала, зачем мне несколько цветных карандашей, карандаши не ручками, чтобы стереть можно было, когда я могу заказать один. То есть все эти цвета, переставляя друг с другом, можно менять. То есть вот я сейчас сняла, покажу в съемке, вот снимаю желтый и могу писать оранжевым, а желтый вставляется сзади. И вот так вот может дойти до любого из желанных цветов. Очень удобно, мне кажется. Тут и колпачок есть такой. Надел, снял, все такое. Так что. Карандашка. Пришли мне две закладки, одну из которой я как бы подарю человечку одному. Вот, они такие, значит, одна сердечко, внутри которого бабочка, а другая такой ангелочек. Вот, я еще не знаю, какой себе ставлю, какой подарю, ну вот. И одну достала показать. Безумная красота. Вот сердечко. Тут кисточка. То есть сердечко кладется в книгу, кисточка выглядывается. Очень красиво, очень симпатично. И безумно довольна. Надеюсь, человек, которому получается в подарок, тоже будет счастлив. Также в подарок я подарю вот это. Это не конверт. Хотя по виду это именно он и есть. Это блокнотик, да. Вот такой вот. Угу. Очень симпатичная обложка такая, немножко шершавая, очень миленький. Теперь перейдем к книжке. Народ, это Шантарам! Пам-парам-пам! Я когда приобретала электронную книгу, в свое время я клялась и вожилась, что я буду продолжать, конечно, покупать в натуральном виде проверенных авторов, а не проверенные в том случае, когда после прочтения в электронном варианте мне захочется прочитать эту книгу еще раз. Шантарам, безусловно, достоин того, чтобы в натуральном виде стоять на моих книжных полках, потому что это безумие. И тут написано. Человек, которого Шантарам не тронет до глубины души, либо не имеет сердца, либо мертв, либо то и другое одновременно. Полностью согласна. Здесь такой фразас. Красивучий. Красный. Да. Я прямо наконец-то я держу эту книгу в руках в натуральном виде. Тут, оказывается, посвящение есть моей матери. Ляпута-то какая. И пахнет древесными опилками. И очень приятно. Глава первая. Мне потребовалось много лет и странствий по всему миру, чтобы узнать все то, что я знаю о любви, о судьбе и о выборе, который мы делаем в жизни. Но самое главное, я понял в тот миг, когда меня прикованно цепями к стене и сбивали. Обнимашки, минута обнимашек. Салат не буду, то еще запачкаю помадой. Так,
такая у меня была посылочка радостных вам эмоций и до скорых книг.